Ну, скам идеально создан, чтобы фармить себе гир. Просто лучше не придумаешь. Еще бы дроп накрутить. На минуту отойду. Они уже операции переделали по дропу. Фукс прокнуло аж два раза. Да. Это хорошо. А армуринги вообще не прокают. Уже 5 или 6 крафтил ни один. Ну, второй армуринг мне нафиг никуда не упал. То, что я все поменял, это хорошо. Да нет, меня просили там просто тоже скрафтить. Странно, что и там 50-й этот пет здесь, и что там вообще не пропадет. Со снайпером ты сам прям? Всем привет. Привет. Здорово. Посмотрел я стримчик один, там немцы траили Кальхауса. Ну, конечно. И... Немецкая порно смотрел? Да, можно так сказать, это просто жесть. У нас практич гуд. Жесть то, как они действуют, или то, как босс действует? Чуваки, видно, что хорошие, профессиональные задроты. Энкаунтер просто, конечно, перебафанный. Да, одним больше, одним меньше, как бы, полайзинс. Блин, а эту шляпу с кружочками можно вырубить? На карте. Нет, это после нового патча теперь так отображаются групп мембер. Uh-huh. Хотя, может, и можно, но я что-то в настройках мини-карты не нашел. Скорее всего, нельзя.
Блять, нахуй эту главу начал проходить? Блять, заканчивай. Битву, блять, с арканом управлять — это пиздец просто. Ну нахуй, короче, отсюда пошел я. User left your channel. User left your channel. Чик, ты прошел вторую главу на мастера? Да. В котет. Что? В котет. А, в котет нет. А пробуешь проходить-то? Ну, сейчас эти пройду. Не забудь вентилятор прикупить. Ну, короче, я долго туда идти буду. Можешь к выходным доберусь. Ты помнишь, что там, да? Что? Ты помнишь, кто там? Ну, босс какой. Тех, что я тебя звал? Ну. И че? Ну, так просто. Ну, ты их пройти не можешь, что ли, или че? Чего не было? Ты их пройти не можешь? Ну, я, конечно, проходил часа 4, наверное. А. Босс отравил этого мерка. Все-таки себя осилил и ёбнул их. Ну, я тогда и с оркой и не пройду ОПТ и подавно, так что не знаю, что делать. Ну, я думаю, пару миллионов решит этот вопрос. Не, конечно, вообще там такой лад, это просто пиздец. Да я на ветеране там ПТ-шкой час висел, и то сам не прошел, так что я знаю. Не, ну ветеран я прошел, по-моему, там, ну, пару траев сделал. Ну, что ты представлял, а мастера, я говорю, часа 3-4, наверное, траев. Так еще этот запись, ну запись шла пассивная, типа. Ну, последние 10 минут. Ну, я потом когда прошел, этот видос запилил. Включаю запись, это, блядь, я так с собой угорал, сука, столько матов, это просто жесть. Да там дают еще компаньона тупого милишника, он везде лезет, просто капец. Слушай, можно их поблагодарить только за то, что они его там до 45-го левела апают. Хотя это вообще, бомб вообще бесполезен. Что в хиле, что в танке, в дамаге, это вообще подавано. Ну ты, короче, потрай там чуть-чуть ради прикола, потом еще позовешь, я тебе помогу. Thank you.
скинула. Че, улетел, что? Паха. Я, короче, забыл распятнуться. Молодец. Просто генератор. Нет. Пойдите, утилитки. Подкинуло. Генератор. Подкинул. Генератор. И в ту сторону. Не туда, Паш. Ладно. Давай быстрее. Привел. Подкинуло. Генератор.
Стой. Генератор. Выключение. Откинул. Перчатки. Хорошо. Так, где-то ЛБ на рандом кине. А хотя еще пару. Так, кому-нибудь схема нужна это? Да я бы забрал, я там кибертэч вкачиваю. Тихонечко. Я отдам. ТД рольте. Перчи. О, заявка на победу. Так, Тони. Это спитнес. Я да. The Force is a weapon. I will show you how to wield it. А чё там сильно уешите, Мара? От босса-то? А? Сильно. Ну ладно, хуй с вами. Initiate defense sequence 1.
А с какой целью вы интересуетесь? Дамага накрутить. Но мы крутим как можно. Но он хочет крутить больше. Помешает. Боже. Орлан, видно. Вы чё там? А, это Морн развлекается. Не, первый раз, пожалуй, это удобно собрать получилось. Ни хер бы никак. А что, я не там встал? А, так же один раз встал. Это мой был, конечно. Коробочка будет 20%. Ну, через 30 секунд было так. User joined your channel. Здравствуйте. Я... Здравствуйте, я Морлана хотел спросить. Морлан, а Еге сосал прок этот чувак?
От, ну, от заюзывания Aegis Assault, да? Логично. В смысле, Aegis Assault ни от чего не пропнет. И она просто пока доюзается, это Сандерин Assault замена. Retaliation прокает от доджа и от Crushing Blow. Не, а, все, тут просто написано, я Crushing Blow читал тут, if you protected by your Aegis Assault. А если Aegis Assault просто тебя бафает слегка, если на тебе висит баф от нее, то Crushing Blow и ваш... Ауе, да? Да. Все, забейся. Я просто сейчас... Да ёпты. Я просто танком этим бегаю на ранг, что-то я завтыкал. Не мог понять, от чего Ауе шит Crushing Blow. Так, схема. Кому-то надо. User left your channel. Это А. Все какие-то неправильные схемы. Че ты их? На рандом. Ну, какие могут такие падают? Правильные, неправильные. Кто зажрался? У нас Сухарь и Волберг, да, перчатки? Не получили. Ну и сейчас оставшихся предмет я не упадет. Перчатки выпадут. Я думаю, ты скажешь. Ну, да не, нам просто, по-моему, падал ед стабильно с двух боссов. Это резкие пустые. Если перчатки упадут, то хилам пойдут они. Так что хилы, молитесь на перчатки. Я буду молиться на штаны. Без штанов туго, а с перчатками подумаешь. Молиться на штаны, это... Это нормально. Тот на перчатки молится, тот на штаны. Кто-то как Старк, но накрутку дамага. Он накрутил. Красавчик. Хуёво, накрутил четвертое место только. А значит, не красавчик. Как умеет, так и крутит. Но умеет херово, но что поделать. На следующей неделе Мара будет отдыхать. Это жалость, я заколебался. Прямом или приносом? Пахать за всех. Ну, вот так бы, не знаю, приедет, ко всем перележит провода и будет крутить дамага. Приедет, руки сломают, они не смогут видеть, да? Ну, тоже вариант. Может, перележит провода, но так, более по-доброму. О, 95 команд поинтов с этой крысы пошло. Аж целых 25 плюсов. Кодекс получил какой-то... Да, респект был. Убийство крысы? Видимо, да. Убил крысу, респект тебе. Ну, это нормально. Я за крысу помню только в Райке была запись за болезнь. Так. Так, сюда.
Legacy Hold есть у кого-то? Да. Вам типа целый фрейм переставить или так нормально будет? А лучше переставить. Подождите. Готовы? Блять, не туда пошел. Я посмотрю. 55%. Понятно, все, пусть мне успеть. Не это хорошо. Следующий. В принципе, да. Так удобнее. Так, ну мы на этой стороне остаемся. Ведьма с теометкой, по-моему, спрыгиваешь хилиш кокса. Фаербак прям под босс. Провод, иди. А двойной наш здесь же. Фрул на тебе, ведьма, лишь. Туха, ты бы в бок. Нет, самый раз. Это нормально, я не продумал не так. Ведьма на себе фарабак. Блять. Хуйня это.
Так, ну, в принципе... Табелла там рест, да? А вот если... Ну, там сейчас, по-моему, все нормально. Живем. Ебаный в рот! Завтыкал. Так, ведьма слышишь внизу. О, тебе надо под ноги смотреть чаще. Ну, следующий пока не переживу. Так что старт, Волберг, спрыгивайте и дожигайте. Старт спрыгнул. Я чё напротив как? Я думаю, даже не добегу. А ну хоть рор сдал. Ну что, даже две. Как странно. А чё там, второй даже не появился? У нас второй. Так. Я думал, он стоит, стреляет. Или ты имел в виду гранатомёт? Вот, это имел в виду. Так. Свою хуйню. А кто их строит? Один же. Они просто по КД вызываются. А если из пака хоть кто-то долго живой? Кто-кто? Вон видишь, на трибуне толстая морда, вот кто. С этими иконками новыми вообще нихуя не видно на карте. А отключить их назад нельзя? Хз. Угрожающих и сделали. Чё за чувка? Ну, пара человек. Наверное, без смерти там это. Thank you.
Microphone muted. Microphone activated. Control teams, this is Ops. You've got your assignments. We're here to show the Huts what we can do. So no room for screw-ups. Stick to your patrol zones, maintain contact, and keep your eyes open. Ops to all security teams, report in. Red team, all clear. На лаунж сидим. Три раз приехали. Thank you.
Да, у тебя, кстати, еще там куски адреналы есть. Адреналы нет. Но если тебе нужны, я направлю. Да, еще 8 осталось. Забирай. Не нравишь. О, ухо. Уши выпали. Хуёво. Ха-ха-ха. У меня уже есть. Так, не шейте, вот кстати, рецептик. Так, и уши. Даже шмотки стакаются, что ли? В смысле? Ну вот я сейчас крейты открыл, у меня выпали боты, блядь, какие-то оранжевые. О, а, да, сухарь, да. Ройте ухо. А одни и те же, там они стакаются, да. Если не такое. Классная третья линия. Там убирается, конечно, но она все равно классная. Там, кстати, можно две штуки и третьим рыбу убрать. Четвертый ряд все равно ни о чем. Жизнь облегчит сильно. Лучше бы они сделали утилиту, чтобы бегай утилитки куда-нибудь биндить. Нажал кнопочку и респекнулся. Это слишком упрощает жизнь. Так они с самого старта дуал спек обещали, не сделали, так что о чем ты вообще говоришь? Какие бинды на утилитки? Да не только на утилитки, еще на свап этого спека. Тоже заебись, чтоб сразу все скиллы расставлялись, как у тебя забиндено.
Вове от этого сейчас как раз отказались в пользу той системы, что мы сейчас имеем в свитере. Там нету теперь дабл спека. А почему так? Ну, там просто спекайся сколько угодно, куда угодно. Но скиллы будешь оставлять каждый раз. У них это было, и они убрали, да? У них дабл спек с лича был. Так, смотрите, тут... Убираем первым ассолт в первом ряду и две артиллерии по краям. И в конце у нас остается два фронтлайна, которых можно не добивать. В конце нету, там три почты стоят. Нет, я имею в виду наверху здесь. А, то есть пикать сначала нужно толстых дроидов. Да, что они оранжевые. Я не помню, артиллерия тут оставляет зонтики или нет? Ну, она, знаешь, может тут стоять и кидать сюда. Она стреляет, и все. Да не, я просто так вопрос, она тут оставляет зонтики или нет? Она стреляет еще. А. Некачественный товар продает, сволочь. Ниндзя последний убить. Хуя себе, он ебошит. Что, фронтлайнер? Там он слабо ебошит. Вот тут на поле он ебошит. А там как? Один СНВ 2.
Да, ну, тут даже одного хватает. А если он бафнут, то... Ну, после второго удара осталось, блядь, процентов 10 потом. У нас теперь тебя две штуки сразу били, плюс дота. Почт начните правых. А что думаешь, когда их три они... Да нет, просто дроид хотя бы нормально таунтится и на таргет весит. Эти рандомные стреляются, если три в хила уйдут, то... Будет печально. Босс выполнился.
Он ушел или добили? Ушел. Я не вижу его. The Force is a weapon. I will show you how to wield it. Ты чё, серьёзно, на проценте? Вот так вот сдохнули, на шляху ходить. Импланты. Хорошо попадали. Так из 5-4 дропа. Только трэшер прокатил. Ну что, Верховный Лидер, дальнейшие планы? Эх, дальше. Барыч, нужно кому-нибудь суперкривая хрень? Что там, на курость надо налакрить? Так. А, наверное, импланты Тони и Сухарю, да? Уши получили. Я и Валберг. Так мы перчи получили. Перчи все получили. Перчи все получили. Тони, тебе нужен имплант, чтобы... Конечно. У тебя там два их. Все, не, просто смысла не понимаю, если мы ролили на перчи, почему на эти не поролить. 4 перчаток упало. Ну, блять. Одним не был у Сухарю и там Волдеру, правильно? Мы ролили уши втроем. Сухарь не получил. Поэтому сейчас без понятно. Рола четвертая пара. Да, нам же уши еще правильно. Не, вот короче, не хочет он имплант, блин, рольте. А сейчас куда? Фортресс. Рекони. Человек сам от лута отказывается, вы в него его упор допихаете. Хватайте и бегите. Ну да. Ну, тут как раз луки тусуются у входа. Что-то сегодня как-то все с первого трая, да, даже... Танк ПТ-шка с 242-м апхендом. Нахуя? Не, просто нахуя? Ну, если сролил, то подумай. Да, ладно, хуй ты с него сролил, нахуя ты мод поставил? А, мод не поставил. Эндюра? Чё ты пристал? В смысле, наоборот, мейнстан. Ну, вот тут, блядь. А в 42-м не больше? Нет. Они же правильные, без буквы. Не, я понимаю, рейтинг там я малый. Новыми имплантами и ухом 3 эндуры потерял. Там статов больше и эндуры меньше. Я по традиции на нехрен лэпнемся. Заходить можно? Да. А присомните, пожалуйста. Да? Посмотрите, у меня попрошается. Паш, присомните, пожалуйста. Все? И сумлить можно? Ну, подожди, я сейчас куплю то, что не надо. Ну, тогда... Какое-то... И то, и другое присомните. Ну, ничего, сейчас будет много лайков на драксусе.
Так, это же Найтмар. Да. И чё, мы на второго босса пойдем? Да, и на третьего, и на четвертого. Ну, третий, это четвертый еще ладно, а второй? Ну, пойдем, но чё делать-то? Ну, он один хрен перспективный. По-моему, драться лучше, чем Портель Варлорды. Да. Без разницы. Да не, с разницей. Не-не-не, лучше гораздо. Хотя, разницы, блин, посмотрим сейчас, что на Драксусика. Ну, если мы хотя бы арморинги поменяем, тогда даже Портель Варлорды перспективный. Может, Чика имеет в виду, как, ну, по луту без разницы. Танки что так не получится, что так. Все милишники, масса водов, но ты все еще отлично, точно так же. Что-то я не помню, чтобы на варлордах милишники дохли. Нет, там если армадинги получат, то может они там... А танки что, не милишники что ли? Дохли, все. Какие ваши возражения, верховный лидер? Танки не милишники. Ты ПТ танк, ты рейнджовый. Ничего не знаю. Да сейчас уже нет рейнджовых танков, все. А ты мало, за компанию забрали. Не, я думал, ты скажешь какой-нибудь, а ты форс танк. Форс танк? Ну да, че, не так, сила вся хуйня. Да какая у Джаггера сила, нет? Ну, форс чок есть, все, сила есть. Мары тоже есть. Форс Куша у вас нет. У утилитки у вас есть, что на 30 метров там что-то бросать можно. Ну, Форс Куша, может, у нас нет, но у Марь зато дамаг есть. У Джаггернаута в Венге дамаг тоже есть. Это тебе кто, Джаггер сказал? Да нет, я смотрел, он только минуты, он где-то в середине ошивается. Так, вообще, кстати, перечитал еще Тор комьюнити, они такие будут пилить мастермод для нового рейда. Да? Вот да, это... то есть они запускают стори и ветеран сразу, и когда выходит второй босс, они запускают мастермод для первого. А, ну, нормально. Продумано. Да нет, они же просто говорили во время Равы Тоса, что все, Найтмаров не будет. У нас фантазия так, кончилась. Так это не Найтмар, а мастер. Ну так-то да, как бы. Они особо меня не наебали. То есть Найтмаров больше не будет. Какая-то извращенная логика. Тебе, ну, в принципе, так... все подходит. Ну не, как? В смысле извращенная логика? Найтмаров больше вообще нет. Вот покажи мне Найтмар. Нету их. Есть мастер моды. А почему тогда кристаллы Найтмар Фьюри? Найтмаров-то нет. Да потому что про них забыли. Ну типа, тебя так злят мастер моды, что у тебя аж Найтмар Фьюри. А, ну хотя, кстати, на них написано, что, ну, понимает твой дамаг, хил и здоровье, когда ты в Найтмар мод операции. А Найтмар модов нету больше. Типа красного здоровья. Ну хотя они все равно работают в мастер модах. Да ладно, просто. Что печально, я поржал, если это не работает. Забыли про их существование просто. Не, будет забавно, если они вот как раз-таки в новом мастер-моде работать не будут. Вот это будет смешно. Ну, есть лямбдолг? Лямбдолг? Ну, есть. Да. После рейда, да. Спасибо. Вы шмот меняем, что ли? Угу. Да, я тебя вскрываю. Слушай, что там, сумонить я... надо еще кого-то? Ага. А вот с боссов паки падают. Вот, например, с Найтмара в стиме Rare Operation CXP пака. Есть еще Rare Bonus Operation. Они больше дают. Где они падают?
Ясно, понятно. Кто у кого спрашивает? Ну, я вообще не слушал, я искал табличку с распределением спеков по тому, кто как дамажит. Тогда ты ее на тор комьюнити видел, когда она работает. Сейчас найти что-то. Принять, мерк 11358 хпс. А, это хпс. А, е хпс, блин. Можно где-нибудь посмотреть? На каком базе ты хочешь посмотреть? На Дашроде посмотрел 9200, я думаю, ну блин, нормально, нихуя 99%, блин. Ой, бачи, 120 хп. После нефры посмотри. Где бегать не надо вообще. Ну да, мерку на месте надо стоять. Тут соплями кидаться. Там, видимо, на первом боссе проходной будет 242-й дыр. Может быть. А, помнишь, еще 48-й добавляют, 46-й? Ну, 46... Ну... 46-й может сосед, 48-й... Если по-хорошему, 46-й, скорее всего, краски с ветерана и 48-й с мастера. Ну, поскольку это... А сосед тогда какой будет? Нет, так они же, они же в 5.2 48 добавят, значит, он кто-то должен падать. Да, все. Наверное... это будет с коробок падать, чего вы паритесь? Ну, нет, это же договор. Четвертый тир, 300-600 ранги. Ага. И потом через 3 месяца выйдет это бонус ивент. Плюс 500, да. Ну, больше фарма, богу фарма, чего мне нравится. Нам бог фарма и лицом не устраивает. Ну блин, да, вот с 5 боссов перешел. Ну, Одер гонит еще. Молись богу фарма. Но оба так принялись кинуть каунт. Просто где-то не забудь. Угу, да мало еще 10. Ну надо, чтобы этим цветом. Сбегайтесь! Да мы уже ждем, не дождемся. Там сейчас ада и дождусь. Хорошо, прекрасно. Пачку. Все, отворачивается. А что, он тебе тоже не нравится?
Танка. Двенадцать, так. А, кстати, на нехре... Дует к вам. Убежался? На нехре инрейдж таймер изменили, сейчас 6 минут. Сбегайтесь. Пора ночь. Вместе пускай стоит. Ну, а теперь уже пора. Там было сколько? Было, по-моему, 3 что-то с чем-то. А нахуя? И типа сложно было пройти. Ну, охуеть, теперь манекен сложно пройти. Бля, мы вайпались тут один раз. Есть люди, некоторые... Мы вайпались, потому что долбоёбы. Вот для долбоёбов изменили инрейдж таймер. У манекена тоже... Инкаунтер сложный. Мы долбоёбы, нихуя не одно и то же. Блин, да это вообще хорошая вещь, я уже 5 левелов взял у этого команды. Да, да ты лучше купи, там есть же еще на 100% буст до 3-го тира. Еще тот берешь, пачки оставь и все вместе юзаешь, еще больше по получишь. Да. У меня места в инвентаре столько нет. Там 200 этих кусков получится. Там большая часть хлам, но один хуй его выкидывает жалко. Там вот так. И здесь собрались. Я пошел, просто пройду внутрь. Так. Жми. Так. Жмем, давайте. Мурон, ты прошел? Я-то да. Ну, у вас там мало. У нас четверо. Ну, у меня через 7 секунд он процеду откатится. Балдер, перекатись сюда. Может, не успеть? Да. Ладно, у меня откатилось. Врубите, я сейчас выйду, кто-то забежит и... Я забегу с этим. Так. Да. Мне через пикаться на этот босс? А? Да, да, да. Ну, и потом еще потенциально на сорт, то есть ты там больше на там будешь. Нет, тут он, таунт, он здесь понравится. Не выживет, ты че? Где тут таунт нужен был? На больших. Одного, второго. Да блин, мародеры дамагом поддержат, Лиза, они дамажат очень немного. Тироты на второй волне отвести. И у сорки легкая броня, тут идти, знаете, слабые. Ну посмотрим, как с дамагом будет. Если да, будет проблемы в дамаге, то можно, конечно, попробовать. Есть? И в инрейдж таймере дело, а в локальных, на фазах инрейджа. Да. Тут люди спойлера иммун контроля, да? Пустула, да. Ну что, фокусить надо? Да, я его, могу просто сбивать. У меня там после топка... А, блин, он тут не лишник. А где буст? Ну блин, ну что, смотрите. Я стал разбить, и чё прибежали? Ну... Сухарь. Да, блядь. Господи. Челлендж комплит. Команда. Стал, зря, что ли, это РЛ назывался командой?
командовать, нажмите кристалл, чтобы остальные прошли. Ну да. Ну, это слишком интеллигентно. Так люди не понимают. Надо с матом, с расстановкой. Вспомни, как Сенгугон говорил. Так, блядь, пустите все нахуй кристалл. Назвал ники, блядь, и этот, что-то там еще. Зато до людей отлично доходит. У меня быстрый вопрос к танкам. Бастион пэкэдж норм имплант? Это не быстрый вопрос. Что-что имплант? Бастион пэкэдж норм имплант для танка? Ну, и бастион это... Крафтовый. Это на абсорб, да? Не, бастион это на щит. Зависит от того, куда заливаешься и смотреть по. Ну, короче, да, это щит дефенс. 205 шелда, 240 дефенса, 240 да. Головы. И крафтеры, да. Нормально. А вам нужен? Ну, я с ними сейчас бегаю, с катами МК-4. Я сейчас научился их крафтить. А я уже крафтил. А, окей. Так, сейчас пройдем по всем волнам. Там, где субтироты, просто их предлагаю собрать. В центре подождать, чтобы они взялись зауешить. Не знаю. Морлан, ты сможешь самая под рефлект? Простая тактика. Могу, у вас вот так сколько у вас было. Чтобы каждый взял просто 5 секунд. По одному и убил. Танк, так, подожди. Танк двух берет, все. Так долго? То долго, есть, но без смертей. Да там тоже было без смертей, в принципе. Если за 5 секунд все кадры залили. Равномерно просто их надо поливать. Ну, то есть один труп. То есть под их взрыв можно рефлект прожать и выжить? Да. Это АОЕ, там, в принципе, даже Undying Rage не спасает почему-то. Я так, ты будешь рефлектом заебись. Так они взрываются, когда дохнут. Куда ты будешь? В труп рефлектить, что ли? Хуй знает, может, куда-нибудь отлетит. Тебе, например. Хапузер хера. Субтрутов вроде норм этот шрауд спасает. Но у нас нет сина. Очень туда, прекрасно, это. Конечно, но у нас нет сина. Так, вторая волна, там ничего особенного. Кроме того, что там будет два субтрута, насколько я помню, справа. Чика, одного таун там отведешь, да? Второй будет на мне. Паулберг, ты в мили подойди к группе, чтобы они все тут были под АУЕ. Потому что ты, скорее всего, переагришь их. По фрейму, кстати, делимся по сторонам. Третья волна, там просто интеракты. Субтироты, по-моему, будут слева. Там уже сами разберетесь с ними как-нибудь. Интеракты не лишники первые, рейнджи вторые. Четвертая волна, там только эти будут дисмантлеры. В принципе, их просто мы заливаем. У нас два человека с таунтами, то есть сначала они будут на ДД. На пятой волне будет два кастера, туда пойдут мародеры. Артист, по фрейму. На третьей волне нет субтиротов, на четвертой два на с юга прибегут. Да? Ну, субтироты меня. Два диспанклера и два субтирота с юга. А, да, точно. Ну, их тогда под АУЕ. Диспанклеров можно подвести в центр. Так, что у нас на пятой волне? Первые интерапты будут для хилов. То есть ведьма зеленого, ролл синего интераптит по фрейму. Паш, через этот щит интераптится, да? Да. Через щит интераптится, там только не дамажится и не хилится через него. Вторые интерапты нам, мы должны убить за это время. Так, оставлять будем слева мобов. Это оставлять мы будем на третьей и на пятой волнах. Это те, которые молниями стреляют. Так, что там? На пятой волне баф достаем. Так, отошел, он сказал? Я? Ну, вот этого. А. Ну, на третьей этого, на пятой... Там, возможно, придется двоих оставить, чтобы больше в босса налить. Ну, оставьте одного пока.
первый трой. Такс. На Найтмаре сначала убиваются те мобы, которые щит держат. Булвард, что ли они? Потом шестая волна, там будет на юге один кастер и хиллер. Так вот, мы, то есть я и Сухарь, мы убиваем хила. Угу. Первый интерап даю хилу я, второй ты. Окей. Если он там что-то косить будет. В это время дотера интераптит Фроу и Паша. Первый Паша, второй Фроу. После них мы интераптим. В той же последовательности. То есть я, потом Сухарь. Потом мы убираем чувака с щитом и идем добивать дисмантлеров. Дисмантлеры забираются танком сразу два. То есть их сагрят Тони и Валберг, и вы подведете их к центру. Точнее, вы будете там просто стрелять. Орлан сразу двоих заберет. Поставим там. Так, на седьмой волне саптироты, по-моему, там есть, и они выходят вроде бы справа, поэтому первого заливаем правого. Саптироты на юге. На седьмой волне по Гардиану. Ну да, с Гардианами. Короче, мелкие, начнем с правого. На, юге. На восьмой Орлан и Чика крафтят дальних кастеров. Оба ДПС заливают того, который около колонны стоит. То есть точно так же мой интеррапт первый, второй Валберга. И на этой фазе, по-моему, еще есть. На этой фазе будет хил, да. Хила. Паша, интераптит хилы. Хилы, да? Его там да. Занимали. Ну он такой. Он там долго бегает. Там бегает, долго. Может, даже и не придется, как бы. Ну, во всяком случае, он. Ну так же просто первый и второй. Да, ты его фрал просто будешь дамажить, потому что там особо дамага в народ не входит. Есть такой вариант, что тебе даже не надо будет прерывать, потому что он просто сдохнет до каста. Так, на девятой волне на юге убьем кастера. По-моему, там с молниями есть мобы. По Гардиана. Ну там уже все да, очевидно. Там каждой твари по одной этой штуке, по-моему. Так, бафы. Вначале, если сдать, на пятый они откатываются, не помните? Нет. Нет. И вначале их смысла сдавать нету, он упрыгивает да, через... На саптирота, что ли? Да, вначале? Тогда сдадим на пятый, и в конце должны откатиться. Вот она. Еще раз, так. На восьмой волне, когда два этих дотера, какой порядок? Вот этого тебе интераптить первым, Тони его синтераптит вторым. Угу. Этого моба вы вдвоем убиваете. В этот момент Морлан интераптит второго, вы ему потом поможете. Ну короче, проще лайкнуться и... Потом разобрать, на чем лайкнулись. Все равно наложили. А это кто чистится, может чистить сами. Жди лишь, когда они целятся. Да заткнись, сука. О, блядь. Я же рефлекс, сука, рану прожал. Понизду. Ой, понятно. Да, поднимайте. Да. Можете убегать. Бежим. Так это было адресовано? Да этот будильник вот ебаный у меня заиграл бы. Я забыл очень красно.
Да был, наверное, прихуел чуть-чуть, да? Да тут всем уже как-то не до этого стало. Да, блин, вот. Просто вместе с своим тапом там ручник прожал, как обычно. Там не надо было модеш потом взять. Уже бы, в принципе. Да. Теперь, собственно, в течение 4... Куда РЦ, блин? Очень добежать, да. Сейчас в течение 4 минут не умираем. Кстати, этих саптиратов вначале лучше, наверное, собирать где-нибудь вот здесь, чтобы потом сюда мэддэшница. Потому что если середины, то закатываешься за лестницу и не в рейнже уже. Знаешь, это понятно. Там, в принципе, мэддэш просто не нужен. Ну а смотрим, спасай. О, бля. Понятно. Долго заливали? Ай, да ёбаный ты в рот. Я ж пожал. Все, валим. Танка нет, веса нет. А, он у меня на КД и ушел. То есть нет. Тот рефлекс, значит, не сработал. Может, на воролов? Может, на воролов? Да, там тебе что не нравится? Кокс, там те же яйца, только в профиле. Так в профиле лучше. Это как на 3 яйца. Капец, столько экспертов по яйцам у нас есть. Вдруг есть разница смотреть на яйца профиль и анфас. Это важный вопрос. Че пошло не так? Ну, не конечно. Да, блять. Он умер, потому что, блять, половина из них на меня сорвалась. Ну, у вас по факту 6 секунд, чтобы их залить. Потом нихуя я их не удержу под одним ауе-таунтом и парой свиппин слэшей. Да не залит у них. Ну вот, так собраться что... собраться в куче, чтобы они на нас бежали. На половине их это и хп, и лишь по столам мы разбегаемся. Да. Да, не так по людям. Ну хотя бы. Вместо кстати, одного трупа станет. Не, все правильно. Я, кстати, это хорошая идея. 6 трупов, да, согласен. Побач. Ты один дух, ну пусть все дохнут. РДД, чтоб на вас не убежали, когда, понимаете, в мили ротом. Не, ну я эту фишку просек вообще само первого пула. Возьми пирожок. Это да. Ну ёбаный ты просто ничего, 10 секунд залить их что ли не можете? Весь интерсив придумывай свой велосипед сам. Блять, интерцеда, все, блять, сука, в 30 метрах. И МДш там, как показывает практика, нихуя не пашет. Ёбовым или чё?
Сухарь, ну, вообще батлпес был. Ну, второй только в конце появился. ПР был, поэтому мы сразу стали убегать. Не, ну из прочего эффект нормально пошел. 6 секунд. Ну, 5 секунд. Или 5, да? Там отдышит, хуйня пробивает, так что его там юзать бесполезно. Ну или есть шанс срезистить. Да нет, ты с рефлектом, да, стоишь там? То есть, когда у них лоу хп? Ну я могу нажать, чтобы мне не съебывать и додамажит. Да, вот я про это. Посмотрим, что с тобой станет. Ну ты учитывай, получится так, что кончится рефлект, а мобу живы сдохнешь. Нет, ну он его прожмет, когда мало будет хп у мобу. То есть вот, у меня сейчас последний тик ёбнул на 391 касается. Смысл в том, что на сколько у них там, блядь, 2% осталось, и вместо ауешки заюзал, блядь, 2 ГГД проебал просто. А у меня просто еще я не прошел бы. Ладно, 4 трупа. Толку с того, что даже бы прожал, было бы немного. Блять, я не прожал, потому что у меня, блядь, начало тормозить от того, что люди начали умирать. Ну, ты как-то тут... Ну, это как бы не зарешал, так что похуй. Ты сам виноват, не надо других людей винить в том, что ты сдох там. Ну, я просто самый простой способ. Каждый по одному разбирает и все. Я вижу, лагать начинал, значит сейчас кто-то умрет. Смысла прожить не было. Может к этому и придем, давайте потраем еще этот. Давайте бывает. Ну, 5 ДПСов или 4? Мы в толпу вдвоем. Да мы на первой пачке дохнем, какие нам ДПСы? Да не, мы на самом деле, блядь, можем это пройти, просто нам надо сэкономить время. Ага, и в итоге мы сколько тут уже проебали? Сэкономим время на Enrage. Поверь, мы на этом нихуя времени не сэкономим. Так ну давайте эту по одному варить. Там у этого типа, по-моему, не общее время энкаунтера даже считается. Ладно, подстрай по той же тактике, потом разберем по одному. Количество трупов? 3. Вот это да. Резист как все. Вот это прогресс. Теперь вспоминайте, что там дальше на волнах делать. Да были тактику на стене. Да снизу тактику вы самое сложное. Нам не 2 оказалось. И Мурон одного сними. Нет. Следующий пачка. Это вторая, тут никого не оставляем. Ну главное, это со вторую сосу, никуда не подходить. Давай. Ты же трапишь первый. Ух. Нет, мили первый. Нет, милишний. Ну, прожмите сейвы, может нет. Не выживем. Пардон.
Ну, вообще, кстати, Battle Res есть. Поднимай. Прибегаем. Нет, тут просто у него переключение один выстрел. Заебало глухнуть, не хочу. Команды еще. А че он? Нормально, первая фаза прошла, никто не сдох. Случайность. Это ну, скилл, да, чика, скилл. Это случайность. Нет, это повезло. Что там? Куда они там все бегут? Ну, Филдрик на рубой стоит. Был, ребят, тот. Блин, а верните его обратно, я ему CXP нечаянно продал нахер. Чей фундрайд не ставит, он новый. Людям уже CXP девать некуда. Ничего, все починили. Нет, просто бесполезно это CXP. Ну, вообще абсолютно. Ну что, стоим, коуч делаем? Сухаря? Пол сухаря. Готов. Работают как часы. Только ванили. Второй раз случайность. Да-да-да. Ну, так не слава. Пипец. Ну, как совсем слабо. А у нас какие-то на 58 должен отходить. Я поняла точку. Надо ли тут еще 20 труса? Замечательно. Он там стоит еще. Да, на 50. Ну, из плюсов он сейчас обратно спрыгнет. И это, кстати, действительно плюс. Сука. Блядь, прицелил. Очистите. Оставьте справа, ой, слева два. А, уже добили. Паш, помогу почистить на КД у меня.
Блять. Я тоже. Назад не было. Я сбил уже раптор. Сейчас я сбил. Раптору? Да. Мы хила сбиваем. Он бы тут вставал. Ну, ладно. С дамагом большой проблем. Да, на третьей фазе видно было. Там, в принципе, почти видно. Ну, вторую фазу, там... да, там не добили, по факту 3%. 3% нормально это. Так, тогда... на пятой... Бафа на нее не вариант, иначе мы пятую не потащим. Да-да-да, бафы на пятой сдадим. Но там оставляйте слева двоих. Всегда. Или можно по одному оставить слева и справа. А почему двоих? Одного оставляют же и все то же самое. Пусть он останется на следующую волну. Сразу наливайте в босса РДД. А тэп это что приключилось? Там его 3% это где, ну, плюс-минус как раз один надо. Тони Волберг, поняли, да? Чего? Изменения на шестой. Не трогать никого или что? Точнее, для Волберга это, по сути, остается справа тоже один. То есть ты убиваешь там под щитом вместе с Чика, потом еще одного, который стреляет молнией, один остается, сразу потом наливайте в этого босса. А перед этим? Перед этим на пятый все точно так же. Ну, в смысле, вот, блядь, сейчас у нас босс, но я успел уйти. Да? Да. Ну, эти раз случайно. А почему я не сдох, непонятно, надо вот так. Я сдохну, чё. Ну, твою проблему решить не так сложно, как кажется. Смеемся над такими проблемами. Подхилите, сейчас его взорвётся. Блин. Здравствуйте. Двоих оставляют, да? Одного. Здесь всех убивают. Подожди, здесь как раз таки уже не убиваем. Тут одного сейвите здесь. В этот раз еще больше поебали. На этой фазе, блядь, доливайте босса. Они вот разбежались. Толку, если вы... Толку, он... если вы фазу переведете, если босс внизу. Привет. Так. Если началась четвертая фаза, побежали дисмантлеры. Хуй с этими дисмантлерами, вы доливаете в босса, пока босс не упрыгнул. Они к хилам бегают? Да пусть куда угодно, блядь, бегут. Кинь в них палки, они придут к тебе еще. Палки? Что за неуважение? Класс, неверно.
Ладно, ну понятно, да. Пусть бегут кому угодно, не попу. Костыли, это как ты? Просто как показывает практика, если перевести эту фазу, пока босс еще здесь, то потом все будет очень печально. Или ренджи в... А, это автоатака мне его и в босса выдать. Откинуть, я за... Я за тауншу, так же и морал. Да не, это в принципе не такой плохой вариант. Пока дисмантлеры бегут, пока чуть-чуть побьют, пока каст пройдет. Тут, кстати, дайте мне его после чарджа чем-нибудь стукнуть, чтобы спрессив файр ушел в меня, а не по люду. Сухарь, ты тогда... Вот сейчас появится, который с этим, с караптером. Караптер аюдным, ты сразу на босса пиздуй. Окей. Орлан, ты потом на дешем уходишь, да? У, где? Ну, после... актеротов. Нет. Меня форспулом тягают. Когда, вообще когда там... Когда босса пулит с мэддэша, урона больше, и он проходит в конце ГКД. Но мэддэш не дает ни разу. Энрейдж дает. Энрейдж ждет на саптеротов, чтобы там было чем клеивать. Рез. Нечем резать? Некогда, да. Еще минуту. Нет, конечно, можно эту фазу подержать, просто подержать. Да не бейте вы моба. Все равно лайкнемся, так что котер на энрейдж. Так, дамаги родили с ними. Там фаза права, следующий один хера начнется. Мы, может, успеем. Я тогда там собью. Чика, ты там, на нашей стороне. Рез откатился. Ну нет, ничего. Убиваем босса. Кэн. Ух ты, ёпта.
Фокса, я тут купил помещу, не полезу. А что вам удобно сделали на карте? Сразу видно, что там двое бегут. Блять, зато Дисмантра, ой, Демолишера не видно нихуя, к примеру. Это нам. А, на трешере? Да. Ну да. Да, вообще, как красных точек теперь почти не видно из-за крупных значков. Ну, не почти, вообще не видно. Ну, и если очень далеко будет, то ты увидишь, а вблизи... Можно бабу? Я убью от Валберги. Arise, dread guard! Protect your masters! Corrupt. Да елки. Там. Ну, у меня сухарь ты добьешь? Да. Рестните. Ну, там всего два, да. Да не добивали бы вы их. Босса вливайте. Ну, на юг. Паш первый прервал, короче. Ну нет. Миссанова. Чё-то подомогу совсем без перспективы. Миссанова, блядь. А сейчас Тони еще лежал. Да даже при Тони, но лежащий Старк это не где-то 8%. А тут мы не добили боль, тут мы не добили процентов 12%. Паш, подомогу все совсем печально. Если варлордов не тянем по сустейну, Дракшуса подомогу.
Тут рефлектор, конечно, технически обузить можно. Но тут слишком непредсказуемо. Рефлект. Вот конкретно в Драксус он периодически выбирает какую-то цель и сдает в нее мультихит. Мультихит обратно редиректится. Бьет достаточно больно, даже танка. Ну это рандом и скилл, рандом. Да? Как ты это понимаешь? Так не, я говорю чисто рандомно. Ну я-то это помаленечку обужу, но это больше просто как сейв. Он кого-то таргетнул, таунт и рефлект. А нельзя ли как-то бодисмантлера срефлексить атаку, которая кидает? Ну, которая кидает? На вроде много дамаж, но это один хит всего. А дебаф же набросится все равно, да? Ну да. Ну хер его знает, может и может. Эту херню я рефлекс не пробовал. Он потом вот прыгает, он нулем дамага убивает. Просто большой тонный дамага. А кстати, это... дисмантлеров мерки могут рефлексить, которые там прыгают. Именно прыжок, там их рефлекс вроде не убивает, он просто тебя не бьет. И все, и на этом все. То есть имеется в виду, после откидывания мерк прожимает рефлект, и дисмантлер в него чарджится и бьет. Ну и в ранешних патчах рефлект просто, ну, в тебя дамагнет, пропускал, но обратно он ничего не рефлектил. Даже если он рефлектит, то это будет 20к, который, в принципе, бесполезно будет. Нет, там, по-моему, перед тем, как он откинул, можно включить рефлект. Я уж не помню. Ну, короче, мерк какой-то я ходил, с которым он рефлектил там. Ладно, у нас ДД был меркой. Давайте потравим еще. Как обычно. Ладно, сейчас по кому-то постреляю. Одного субтирота тут Морлан Чика забирает, да? Ого, Телком забирает. Что-то хочешь двух? Нет, все нормально. Ой-ой-ой, чё за ёбань? Нет. Ну, что ли? Поднимайте. Сейчас открыл стрим этих добов, они тоже на ДФ, правда они на грабтоке, 5 ДПС. Двух танков, одного хила. Так, меня сейчас дисмантлер откинет. Мантлера наливайте. Меня откинул. Ну, это замечательно. Ладно, молимся богу рандома. Даю.
Бля, миссанул, ну пошли. Сука. Миссанул всё. Я сбил. Прям. Блять, был. У нас проблемы. У меня у самого проблемы, я сдал. Паша, сбейте эту Да, сука. Опять, блядь, в этом месте нахуй. Да, Старк, тут от Дота сдох я. Я знаю, что он тянет иногда. Так, я своего-то за один интеррапт успел. Слушай, а на щитах двух оставляют или одного? На щитах в пятой фазе? Да, не знаю. Двух оставляй, вообще забейте на эту сторону. Убьешь буварка и вливай в босс. Оставь двух. Ну блин, они потом убьют нас. Босс-то нормально. Потом, может, и убьют. И пока у нас есть проблема больше. Мы босса не переводим. Переведем босса, будем умирать от ада. Будем думать, что делать с Абби. Как пусть два Абби стоят, стреляют. Там, в принципе, оно не так смертельно неприятно, но пощибельно. Сироты там убежали оба. Ну, один на коксе, второй. Они там бегают. Второй пугает людей? Ага. Он там Старк стоит, старается. Так, Кокс, сейчас чуть его поддержишь. Зачем то, что я не очень. User left your channel. Нет, кинул. Не взял. А я Старка забрать не успел, потому что меня этот откинул. Блин, не слишком осталось, нажал. Your masters.
босса. Да. Хитрый какой, начал меня наливать, блять, я рефлекс включил, он переключил сразу на другого. Рефлекс закончился, он меня начал ебать. Вот, кстати, я у вас по факту один мультихит из трех стоит. Терапки не забывайте. Сбил. Сбил. Так, ну с... А, старт я забрать не могу по причине после ПД. Влада били? Влада били. Я тут без разницы. Ох, ох, ох. Второй чарж подряд. Тридцать семь, по-моему, было, когда он вызвал. Ну, вполне себе. Не, если вторую фазу с боссом мы еще проносим, хоть и на соплях, то третью уже нет. Это не хватает прям до хуя. Тайм рану. Одна минута осталась. А я жаль. Это 4 диспетчера оставили и 37% было? Патчеров убивали? Волдер. Да, мы убили. Угла оставили. Блин, одна мразь ко мне побежала. Ну и двух остальных мы долили в АУЕ. Один совсем там поздно прибежал. Masters demand it!
Дим ушел опять. Ебаный в рот. Protect your masters! Сухарь, кому бы мне? Мне вот это... Тамагон. Ну, те же 7%. Бля, миссанул. Ну, ёпта. Да, с характером нечего делать. Так, да, сейчас из-за доты так себе было это хилы. Гранаты киньте на пятой фазе босса. Ага. Ну и там, если время будет. Ну, гранаты по-любому надо. Остальное... Ну, лучше без гранаты, но рейд не ляжет. Рейд ляжет и так, там 7% не добиваем. Ну да, так что лучше с гранатой. Попробуем. И по возможности еще тоже поддамаживать. Нет, вообще нет, там вообще нереально. Там остаются эти диспатчеры. И отхилят, если дамажить. Ну да, хер есть. Даже гранаты это не 7%. Это, ну, процент от 3%. Это в идеале. Ну,
1% это. Ну, я суммарно. Your attack ends now. Ну, убегаем. Убегайте. Просто над бэком убил. Папа не было. Че, блядь, 5 дамагеров и нихуя не успеваем, че за бред-то, блядь? Может, нам, блядь, хила третьего еще спикнуть? Ну, 20к и хпс-а не хватает. Я так понял, сюда ходят и вайпаются люди там одетые, у нас чика. 220 дд. У меня из кристаллов нет на эфире. На толку. Плюс 20%. User joined your channel. Не спортивно. У вас 20к и хпс не хватает? Нет, у нас дамага не хватает. Мы из-за его отсутствия вайпаемся по факту. Просто... Да не в ехпс дело. Ну, не хватает дамага. ХПС пофиг. Вдруг бы дамаг хватило. Но дамага нету, потому подыхаем. А хила... В среднем хватает. Но тот дамаг, что происходит из-за нехватки дамага, это нихуя не компенсирует. Готов.
Еще опять кого-нибудь сопрёт. Вопрос переключения мобила. Патчеры забили? Не, его босс дострелял. Босс? Ну, он переключился, мультихит сдал, старку хватило. А ТС полежал, кстати, хорошо. Пять месяцев и нет. Я одного взял. Кажется, меня тоже пострелял. Да, но всех людей пострелял. Я даже домашний. Валга, в босс. Баф. Бафы. Гранаты хилы. Бля, ну это жесть. Да нет, получше, получше. Прервал. На те же 2%, но получше. Вас уже прервал. Я на себя. Это какой-то пиздец вообще. Ну, дамага не хватает, вот и пиздец. Так. Не было. Мы тут тупо упираемся. Не хватает дамага. Да, блять, я вижу. Это лучший трай, тут все было нормально. 6%. Не, так это что-то. Суммарно получилось на 3% лучше. Ну? Да. Чика, самый легкий вариант. Это тебе одеть шмот получше. Это самый бесполезный вариант. Блин, поможет. На соплях пройдем потом. У тебя там аугменты 208, наверное, да? Моды 220. Моды 240 синие, аугменты 208, 5 штук тут. Блин, моды 240. Синие, синие, видишь. Мейнхэм только 40. И все. О, да, баррель тебе надо сделать. Так, ну это 7% нам не даст. Ну, может, процент, ну, баррель, плюс еще что-то, ну, процент. Там, а сколько у тебя чек ДПС вообще? Сейчас полезу смотреть КФК.
Пони, а сколько кулдаун рефлекта твоего? 3 минуты? 2. 2? Я думаю, тебе лучше всего его использовать, когда тебя диспатчеры дамажат. У них сингл таргет, мультихиты такие долгие. Ты слышал этого Фрола? Да, они хитрые, мрази, блядь. А чё они? Но он что? Начинает меня херачить, я врубил рефлект, думаю, его, короче, зашманаю, блядь, а он переключился, взял на другого, короче. У меня рефлект прошел, он обратно на меня. Не, ну так не работает, у них 3-секундный каст. Во время каста они не переключаются. Там скорее он... Ну я там не сразу заметил, естественно, я куб смотрю, молния меня дамажит. Врубаю, он все, переключился нахрен. А они переключаются не каждые 3 секунды, иногда они в одну цель лупят и лупят. Ну 5-5.5 так вот. Ты ВП, да, гоняешь? Что? Прототайпе, да, гоняешь? Да. Так ты посмотрел дамаг? 5.5 говорит. 5.5. Ну а ты здесь чисто как ДПС или еще какой-то хуйней занимаешься? Ну только этих таунч уже, все. А на 5-й волне ты сразу на босса уходишь? Или помогаешь Валбергу слить одного? Я с ним всех бью. По идее, наоборот, Валберг уходит, должен уходить на босса, а Чика добивать этих огрызков. Ну, можно так сделать, без разницы. Тут понятно то, что, блядь, мы все уешим, поэтому у нас, блядь, сильно 3К больше ДПС. Да, это так. Валберг, ты в марке, да? Ну, а что если ты тебе... Ири, сейчас респекнулся, да? Да. Попробуй там. У нас проблема не с общим энрейдж таймером и не с адами, а босса слить. Ну, до этого Ири ходил. Еще бы срезку на боссе, где больше. А это у тебя в марте последний только? Да. Давайте, ну я почти вдвое больше солил босса в марке, чем до этого Вере. Как если тогда в марке? Может, мы где-то прослакали? The Masters!
Мы выйдем? Да, выйдем. Старк сколько убило? Подсыпку. Диспатчер, ты думал? Да. Ну а так он, по-моему, что-то около 70к вроде прыгает. Прыгает? Нет, просто откидыванием. Окей. Ну... Если интересно, как он убивает, то он убивает на 700к. Вот у меня и 449к, как он с дебафом убил. 391. Хотите избавить Саптирот with Energy Discharge в скобочках минус 53 тысячи дэмэджа? Что, вот я старался похилить, просто что-то не пошло. Вижу такой Саптирот, но я хилер в душе, не уходи от меня. Я первый раз вижу отрицательное значение урона. Это 8 таков получается. А, хотя, наверное, меньше тоже. Я готов. Мне срослось. Сейчас главное, чтобы у меня срослось. Так, все срослось. Ты в одного оставьте? Вон, с трусом его оставьте. Я хотел добить. Пенкетчик, куда он выполз? На всех океанов. Кинул. На, старт решил пока есть. У него, в общем, получилось. Чем-то забрал? Эстак есть, что ли? Arise, Dreadguard! Protect your masters! Mm-hmm.
Бля. Ну что, посмотрим, не бери меня, ты бери. Бегать. Эх. Стреляли, сволочи. Ты чё, блин? Подойдем. Тихо, а на 40 ты больше набьешь на этой фазе, на пятой? Черт знает. И к тому же без таунта как забирать-то? Без мангеров? Ну да. Брусогрос не всегда работает. А адреналы ДДшные у тебя есть? Да, ты ж мигал в прошлый раз.
Тони Фрол, вы тут? Да. А, вон, Фрол отходил. Так, я тут ща. Блять. Гранаты. Прервал. Блять, пока я прерывал, у меня там где-то. Ну тут просто слишком дохрен, там можно. Не должен быть босс. Нет, нет, интеракта. И там уже следующая фаза пошла. Да в пизду хуйня, блядь. Я же самые 7%.
Так, на сегодня все. Завтра еще раз потраем. Поменяйте там. Ты тут даже когда Петя, блядь. Ну, а когда левого чувака. Я говорю, даже когда левого я чувака оставляю, я среднего, в принципе, обычно добиваю и этот босса иду презентовать. Ну вот, а сейчас получилось так, что, блядь, он все 6 секунд, нахуй, я в него рефлексил, да, то есть получается, что быстрее убил намного. И у босса один хуй 34% был в это время. Блядь, вообще бредятина. Что, эти бабки, да? Ты у входа в ДФ? Нет, я на корабле. Сейчас буду. Ладно, давай, до завтра. Давай. User disconnected from your channel.